вам скажу. Так, давайте вот так сделаем. И пойдем сейчас в DLC. Потому что почему бы нет? Почему бы, ребята, и нет? Зал исследований. В первый раз, конечно, они были куда сложнее. Все эти подземелья гораздо сложнее. То есть там, я не знаю, на очень многих, в общем-то, боссов я там довольно долго сидел. Надо сказать, а тут как-то прям... Ну, это понятно, потому что я уже как-то второй раз, соответственно, знаешь тактику. Золотой эликсир. Правда, мне вот это вот не нравится очень. Слушай, нас тут отравляют. Мне это очень не нравится. Ну а так они что-то тут никчемные, надо сказать. Очень никчемные. Ой! Но толпой угасят даже льва. Толпой угасит, блин, даже льва. Ай-яй-яй-яй. Не туда ворот сделал. Мораль всей басни такова. Интересно. Тихо. Вот так спокойней. Так, там что-то есть такое, я пока что туда не пойду, на самом деле. Мне сейчас тут бы души найти свои. А, вот они, вижу, да? Да, души. Мне просто это показалось, что это знак призыва тут кого-то стоит. Так, ты у нас... А, ты у нас этот, да? Ой-ой-ой. Ну да, против толпы этот меч, он самое оно. Самое, блин, то, что надо. Ну-ка, вот это тут жесть, конечно. Ладно, ребят, оставляюсь тут. Кто тут... Блин, психует, а? Пузырёк. Да, блин. Вот у них тактика, конечно.
Тихо. Не кидайтесь. Не нужно, правда, вообще. Ну пусть будет. Так, это ведь еще не все. Этот дурдом еще, я думаю, у нас не скоро закончится. Ох, и ты че это эту капельницу-то взял? Ай-яй-яй-яй. Совсем больной, что ли? С капельницами тут ходит, видите ли. Пузырок. Хорошо, полечимся давайте-ка. Срез, я на это надеюсь. Не, по-моему, не срез. Противоядие, ух ты. Надо сейчас туда пойти посмотреть, что у нас там было. Потому что там, по-моему, еще был какой-то проход один. Туда, вот сюда вот. Так, тут у нас что? А, вот здесь у нас срез, да? Стоп. Погоди. Так мы ж тут были. По-моему, да? Ну ладно. Так, что туда как-то можем попасть, да? Интересно, интересно. Правда, сейчас мы сможем? Сейчас мы нет, сейчас мы сюда не сможем попасть. Обидно, случай. Очень сильно обидно. Нет сказать. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот такой вот я на самом деле очень люблю в Bloodborne. То есть помните, вот я вам вначале говорил, что, короче, у этой игры очень большая проблема. То, что здесь боссы как бы они мега больно бьют, во-первых. Во-вторых, они сами мега быстрые. И в-третьих, они мега толстые. Так вот в этом DLC в нем, по-моему, попроще. Немножко со... Я сейчас такой тут я покажу. Так, здесь у нас их мало. Ну, не сами какие-то странные, надо сказать. Очень странные. А, блин. Так, что есть? Голубой эликсир. Огромная голова. Блин, вот это... Вот это я, блин, попал. Еще плюс они этим безумием, да? Шмаляют. Успокоительно, нафиг. Конечно, она все равно там проходила, но... Лучше так, знаете, от греха подальше. Так, еще здесь у нас, ё-моё. Тихо. Тут у нас лифт, лифт у нас, скорее всего, вниз, да, идет. Ну да. Отлично.
Это просто замечательнейшее. Окей. Надо сейчас еще внизу там посмотреть. Надо еще там еще куда-то была лестница. Тут, блин, путей дофига просто. Надо и все сейчас обсмотреть нам. Потому что я так люблю вообще в Bloodborne играть. Все тут изучаю абсолютно. Естественно, открывается с другой стороны. Что еще думал-то? Просто здесь у нас, по идее, этот срез должен быть до деда того, который нас сейчас убил. Отлично. Вот не надо рашить. Вот не надо рашить. Это мне уже... Мне уже сколько вообще этому Bloodborne учит, я все никак не научусь. Вот не надо рашить вообще в этой игре никогда. Абсолютно никогда не надо рашить. Я уже сколько раз вообще вот умер вот от такой вот своей глупости вообще. Я не знаю, уже, наверное, даже считать устану все эти мои такие вот фейлы. Потому что их реально очень много. Тут можем уже в целом раш слегка так хотя бы. Ну, дедок, держись. Ну, дедок, держись, конечно. Я тебе больше вообще ничего желать не могу. Я тебе сейчас там... Ой. Ну, красиво. Красиво, надо признаться, пули сейчас пролетели. Конечно. Угу. Ну, круто так выглядит, да? Прям очень так это идет. Шляпа нам. Так. Стоп, ты... Странно. Заглючил. Так, дедок. Пульки. Хорошо, хоть. Еще один дедок. Еще один дедок. Как будто, блин, прям в Silent Hill какой-то попал. Натуральный прям. Ага, срез, да? Очень сильно, блин, на то похоже. Что есть? Или не срез? Погоди, нет, не срез. Это не срез. Дичь убешенная, конечно. Ну, хоть с вас пузырьки падают.
Неплохо так, вообще неплохо. Вечная 9. А то, блин, некоторые тут такие бешеные, с них еще и пузырьки не падают, на самом деле. Такое бывает очень часто. Угу. Парадный костюм. Ну, у него получше защита, надо сказать. Пусть, конечно, на 10. Но у него получше защита. Так, надо пойти пузырьки взять, да. Еще у нас вот здесь вот. Угу. Надо было полечиться вообще. Перед этим. Ну ладно. Живем пока. Все нормально. Пульки. Еще пульки. Так, это у нас лифт, скорее всего, вообще в самый низ. То есть это этот шорткат. Ага. Ага. Ну, до свидания. Видимо, видите, что какая-то. Уп, блин. Не страшно уже на самом деле, надо сказать. К этому привыкаешь, наверное, там, с третьего раза примерно где-то. И куда мне еще нам можно пойти же ведь? Там, где у нас только это, где дедок был с этим с миниганом. Мозговая жидкость. Попробую. Ну, я, конечно, ничего не обещаю, но... Но попробую. Здорово, спасибо. Голубой эликсир. Так, ну, по-моему, так. По-моему. В общем-то, эта мозговая жидкость, она, как я понял, повыше где-то лежит. Вот, поэтому мы пока что найти ее, соответственно, не можем вообще. Когда сможем, то мы выполним, соответственно, да, я просто линию. Я на это надеюсь, что выполним, потому что я при этом, при своем том прохождении ее не выполнял. Мне очень, если честно, интересно, чем она там закончится.
пузырьки. Пузырьки — это хорошо. Так, вернись. Угу. Ага, блин, тут крыса. Вообще замечательнейшая. Так. Сок. Тут что лежит? Мудрость великих. Еще куда-то можно повыше подняться. Интересно, интересно. Пусковая жидкость, да. Раз лучше нам и, блин, и надо. Так, мне интересно, я сильно убьюсь ли? Все равно так сделаю. Или не сильно. Опа! Паркур, блин. Ага. Ворона улетела. Ага. Пипец. Пипец просто. Просто, блядь, пипец. Так, ну на тебе. Please, could you do something for me? I need bread. Oh, thank you. You're terribly kind. Oh, it's wonderful. Oh, I hear the sticky sound. Do you hear it too? Oh, I know. Will you have my blood as thanks? I'll have you know, I was once a blood saint too. So do come back if you ever run dry of saint's blood. Oh, it's wonderful. Oh, oh, I'll have you know, so do come back. Yeah. Сейчас нам надо еще этой жидкости найти. Локха.
Так, что у нас здесь есть? А, блин.